Так, доброе утро. Сегодня 22 апреля, и у нас радостная весть. Министр Таиланда продлил проживание иностранцам до 30 июля. Поэтому можем не волноваться, спокойно весь карантин проходить здесь, в Таиланде. И здесь мне очень понравилось. Сначала я переживал, что нету народа, у меня нету работы. Но сейчас мне очень радует это, то, что никого нет вообще. Можно плавать, купаться, ходить голеньким. Утром проснулся, пошел, приготовил себе, попил водички и сразу же иду на зарядку. Полтора часа есть наслаждаюсь природой, и там он и повешал себе слайклайн. Потом я иду кушаю квашеную капусту, яйца и рис черный сейчас ем. После этого я полчаса отдыхаю, и в это время я всегда слушаю какие-то мудрые советы. Нужно всегда производить развитие. Сейчас есть когда YouTube, лучше всего не засорять свою голову всякой фигней, а именно должны быть мудрые советы, где ты что запоминаешь, именно для, что я могу рассказать для здорового образа жизни. Что еще сказать, ребята, вам? Я вас всех люблю, и всегда будьте уверены. Никогда не слушайте всякую ерунду. Я сегодня послушал какие-то там про паразитов, что якобы все. Мама моя жила 90 лет, она ничего не знала и спокойно себя чувствовала всегда. Самое главное – движение. Лимфа наша работает при движении, когда только ты двигаешься. Движение, движение, движение. И даже башка работает, все движение. Ни о чем не расстраиваться. Всех обнимаю. Давайте привет. И вы можете попробовать, ну что делать. Сейчас придали два самолета, вылетая из Новосибирска, но уже мест нету. Ну, я вообще, мое сердце хочет именно остаться здесь. Так как я полюбил этот остров, так как я полюбил. И пока я думаю, буду оставаться здесь, потому что я накупил продукты, куда их девать.